В Казахстане растет число совместных проектов с КНР. За последние 3 года количество китайских компаний, осуществляющих свою деятельность в республике, увеличилось на 35%. Такие данные приводит Казахстанский институт стратегических исследований. В период с 2010 по 2015 годы валовой приток инвестиций из КНР составил более 10 миллиардов долларов. По этому показателю Китай занял 4-е место среди всех иностранных инвесторов Казахстана. Согласно информации Министерства национальной экономики республики, в начале 2016 года на территории Казахстана было зарегистрировано 2500 компаний с китайским участием. Более 500 из них являются совместными казахстанско-китайскими предприятиями.